Спокойная вода в бассейне, свисток главного судьи и первенство края по плаванию началось. И вот вода уже кипит, впрочем, как и трибуны. Очевидно, здесь уже не до спокойствия ни пловцам, ни их тренерам-преподавателям, ни болельщикам. Пришли, чтобы побеждать, и на меньшие не согласны. Это борьба между всеми. Мне это нравится, когда выигрываешь. Это такой кайф. Мне кажется, каждый участник, когда он идет на старт, он волнуется. Он волнуется и хочет победить. У меня это пока получается. У меня начал тренироваться брат. Я решила пойти по него стопам. Добриться Андрей, он рекордсмен Республики Беларусь. И вообще, ну, мне нравится плавание. Я приехала на эти соревнования, чтобы выполнить кандидата на 50 бат в третий день. С первых минут начала водных состязаний юным пловцам пришлось потрудиться на славу. Борьба не шуточная, конкуренция серьезная, но именно она – двигатель прогресса. За право называться лучшими, сразиться на воде прибыло 98 пловцов из всех районов областного центра. Эти соревнования являются отборочными для участия в первенстве и чемпионате Республики Беларусь. Первенство Республики пройдет у нас на базе нашего центра 4-8 апреля. И чемпионат республики пройдет тоже у нас 25-28 апреля. То есть здесь отбираются спортсмены Брестской области для участия в республиканских соревнованиях. Настоящий плавательный юниорский этап в Бресте проходил 2 дня. По результатам первенства будут отобраны сильнейшие спортсмены в состав сборной команды Брестской области.